Друзья, привет. 17 часов. У нас он Маша исполняет, а знаете что? Вот что. У нас будет сейчас обед. Так, первый пошел. На, Пуня. Сэмик. Сэмик. Сэм. Вот. А Люся где-то гуляет. Ну ничего. Мы ей отдельно потом надо чем-то накрыть, чтобы эти не съели. Все, обедайте. Вот. По городу все, как говорится, ровно. С отдельными случаями. Ну не без этого. Бухи-бахи. Так, а чем же его накрыть? О, сейчас. Вот этим. Какая-то мысочка. О. Вот так. Найдется кошка. Где-то бродит. Вот. Целыми днями, блин. Одно и то же, одно и то же. Да, друзья, вспомнил историю. Я так люблю пошутить иногда. Ну, те, кто меня знает, они знают, что я люблю шутить. Ну, надо помидорчик сорвать. И когда-то лет 25-30 назад мама собирается моя к сестре, а сестра живет на Бубасовке здесь недалеко. Если на электричке, одна или два, или две остановки надо проехать. Или надо на автобусе. Но я смотрю, у мамы уши свободные. Говорю, мать, ты, говорю, к сестре? Она, ну да. Говорю, ты только, говорю, поездом, электричкой, вернее, не едь, а проедь на автобусе. Она, что такое? Да, говорю, ну как что? Мост красный упал. Кто местный, все знают, что такое красный мост. Она, как упал? Говорю, да, ну, в принципе, говорю, нормально. Говорю, жалко, пастух корову гнал. Сам успел выскочить, а корову продавила. Она, ой, боже. Рума, ну шо? Бывает такое, я говорю, иногда. И вот мама ж едет, идет на автобус, едет на автобусе к сестре, приезжает туда. Говорит, на автобусе жарко, что ли? Сосед, я говорю, не буду мешать. Говорит, пришлось на автобусе ехать. Жарко. А говорит, а что ты на автобусе ехала? Сестра спрашивает, она говорит, как что? Говорит, ну, мост красный упал, корову придавило, ты шо? Тетка тоже на попу села, как мост упал? Ну, такая была история. Да, да простит меня мама. Потом, когда это дело всплыло, ну, долго смеялись над этим. Что-то громко так бабахает. Вот такие мы шутники иногда. Ну, это такой самый лайтовый случай. Сейчас пойду погляжу, что там сосед сидит. Уже вчера выходил, ничего не поймал. Одну поймал маленькую, то Люся отдал. В общем, друзья, насколько можно на позитиве. Конечно, настроение качает. Ну, не сильно. Сейчас сорву помидорчик. Положу дома, чтобы его потом съесть. Ночью прохладно. О, так тут он не один. Ну-ка. Иди-ка сюда-ка. Какие-то странные помидоры. Ну ничего. И такое пойдет. Где-то еще один видел. Вот он. Вот как раз он до утра будет такого же цвета. Так, где тут выход? Где тут выход? Потерялся. Так, коты поели. Собака будет через полчаса кушать. Собака ест у меня один раз в день. Я когда служил в армии, там кинологи научили. Собака немножко должна быть немножко голодная, чтобы съедалась вся пища. Если вся пища не съедается, ее надо убирать. Она может пропасть. И когда собака в режим входит такого питания, ей хватает, ну, где-то около 1,5-2 литра он съедает за один раз.
И хватает на сутки. Когда зимой, да, там идет подкормка небольшая. Для того, чтобы морозяки перейти. Ну, я его и домой, ну, не домой, все не запускаю. Когда сильный мороз, чтобы не отморозил ни уши, ни лапы. О, эти едят. А Сэм их стоит тупит рядом. Сэм, ты съел хоть? Что-то твою рыбу доедают уже. Да, ну, ты не наелись хорошо. Плотвички. Все, друзья мои. Остаемся на связи. Дай Бог, чтобы все было хотя бы так, как сейчас. Если не дай Бог, что-то будет меняться, буду набирать. Все, всем пока.